первый выход в космос был очень похож на первый прыжок с парашютом. Точно так же, я помню, я стоял у двери Ан-2, с которого я прыгал свой первый прыжок. Я понимал, что у меня за спиной парашют, с которым уже не один десяток или, может быть, не одна сотня людей уже совершил эти прыжки. Я понимал, что они были до, будут после, поэтому система должна сработать. Но, тем не менее, сделать шаг за пределы самолета, сделать что-то такое, к чему природа тебя не готовит, и твой предыдущий жизненный опыт тебя тоже не готовит. Вот сделать вот этот первый шаг, это на самом деле такое серьезное усилие.